Как вас зовут? Полина. Полина. Вы занимаетесь здесь? Замужем. Вы замужем? Да, ты сказал замужем? Муж сказал, спросит, чем занимаешься, говори, я замужем. Здесь без мужа сейчас? Никак. С мужем? Нет, без. Без, правильно. Я в городе или в зале? Хотелось бы знать, в городе ли он сейчас. Вы как будто бы сами хотите об этом поведать. Что он сейчас не в городе. Вы с подругами пришли? Да, моя подруга. Ваша подруга. Вас как зовут? Виктория. Виктория. Вы, Виктория, давно здесь, в Стамбуле? Разводится. Разводится. Виктория, вы чем занимаетесь? Я преподаю английский. Вы преподаете английский. Давно вы этим... to do this. This thing. Как Турция по-английски? Тюркия? Тюркия. Как индейка, да? Да, из-за этого они сменили международное произношение на Туркия. Туркия. Сейчас правильно Туркия. Легче было индюшке сменить произношение. Ей вообще все равно на жареное.